Иранский режиссер Саид Рустави приговорен судом к 6 месяцам тюрьмы за продемонстрированный в Каннах фильм «Братья Лейлы». На кинофестивале 2022 года лента боролась за золотую пальмовую ветвь. В картине были кадры антиправительственных акций. Тегеранский революционный суд признал кинематографиста виновным в содействии пропаганде против религиозных законов Ирана. Рустави предстоит пробыть в тюрьме не весь срок, а 10 дней, поскольку остальная часть приговора приостановлена на 5 лет. Схожее наказание получил и продюсер картины Джават Нурузбеги.